В Казахстане начнут конфисковывать криминальную криптовалюту в доход государства. Теперь рынок цифровых активов будет находиться под контролем госорганов. Представители агентства по финмониторингу и международная криптобиржа Binance подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Документ позволит наладить процедуру по блокировке и аресту цифровых активов, которые стали доходами от преступной деятельности. Специалисты смогут устанавливать конечных бенефициаров. В агентстве по финмониторингу говорят, что преступники придумывают все новые способы по сокрытию своих доходов. Меморандум позволит эффективно бороться с кибер и с финансовыми преступлениями. Отмечу, Binance — это ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры. Мы идем, то есть, на опережение, заключаем сейчас меморандум о сотрудничестве с Binance, что в будущем в рамках уголовного дела или в рамках каких-то официального процесса государственного, чтобы мы могли сотрудничать в интересах Республики Казахстан. В зависимости от вида криптовалют, или биткоин, или альткоин и так далее, если мы направим запрос, они ответят нам, то есть предоставят необходимую нам информацию, заморозят, и в будущем, если мы сможем доказать и будет установлен факт судом, то есть будет приговор, и согласно приговору мы конфискуем этот доход государства. Вот, и сейчас государственные органы проводят очень большую работу над тем, чтобы построить правильную регуляторную базу, чтобы дать возможность компаниям из криптоиндустрии приходить сюда, работать законно, платить налоги и быть полностью подконтрольным государственным органом. В этой связи мы тоже проводим большую работу, делимся своим накопленным опытом глобально, приносим свои наработки, и готовы делиться, взаимодействовать с государственными органами,